Заместители главы Химок каждую неделю проводят пешие обходы территории во всех микрорайонах городского округа. Оперативно на местах решают вопросы жителей, а также принимают обращения и заявки. Так, первый заместитель главы Родион Левочка встретился с жителями жилого комплекса «Город Набережных». Это непростой достаточно участок города, потому что на компактной площади большое количество многоквартирных домов, в них разные управляющие компании, управляющие структуры, поэтому необходимо, и это одна из задач администрации, найти возможность состыковать все эти разные структуры и обеспечить максимальный комфорт для жителей. Проверили благоустройство и готовность сквера набережной реки Клязьмы к летнему сезону. Также обсудили вопросы транспортного обслуживания, состояние искусственного пруда и установку шлагбаума. В обходе приняли участие активные жители и муниципальный депутат Татьяна Кавторева. Одни из наболевших вопросов – это, безусловно, транспортная развязка. И мы видим плодотворность результатов после этих встреч, потому что действительно мы видим увеличение количества маршрутов. Я считаю, что данные встречи, они плодотворны, что они действительно нужны, важны. Люди должны понимать о том, что власть их слышит, что власть действительно заинтересована помогать. Постоянно наши вопросы слышат, и все, что я просила лично от своего дома – почти все выполнялось. Да, возможно, где-то не так быстро, как нам хотелось бы, но самое главное, результат был положительный. Поэтому на эти встречи я с удовольствием хожу и от нашего дома, от всего ЖК готова поднимать все вопросы, потому что я увидела обратную связь. Во время каждого обхода сотрудники администрации проверяют ход ремонтных работ, состояние дворовых территорий, дорог, контейнерных площадок, а также содержание придомовых территорий. Пожелания жителей отдают в работу профильным службам. Елена Тараненко, Руслан Сафин. Новости Химки ТВ.